Хадридин. Угловой удар. Подача в штрафную. Удар поворотом. И счет становится 1-0 в пользу Монако. Это Шифа проводит первый мяч. Так, не очень высокого роста футболист, но верно выбрал позицию и выше всех выпрыгнул все-таки. Шифа переправил мяч в ворота. Вот его игрой в последнее время очень доволен тренер команды Арсен Венгер. Без него команда как-то выглядит сиротливо. И вроде футболистов в желтой. Атака по правому флангу. Подача в штрафную. Опасный момент. Этот Джоркаев воспользовался несогласованностью действий голкипера и защитников Галатасарая и проводит второй мяч. 2-0. Монако выигрывает. Это Пивель прошел по правому флангу. Он сделал точную передачу партнеру. Но здесь могли, конечно, защитники, обязаны были защитники, мне кажется, помешать Джоркаеву отправить мяч в ворота. Опять опасность в штрафной площади. Это Клинсман все-таки дотянулся до мяча и переправил его в ворота. 3-0, французы впереди. Удивительно, но всю борьбу вверху, по-моему, гости, футболисты Галатасарая, проиграли. И вот в этом эпизоде все-таки неудачно на выходе сыграл Хайреддин. Мне кажется, обязан он был вступить в борьбу. А вновь мяч у Клинсмана. Умело очень закрывает мяч корпусом. Вот удар поворотом. Какой хороший удар сейчас наносит Шифа. И счет становится 1-0 в пользу французского клуба. Своевременно уступил мяч сейчас партнеру Клинсман. Шифа действительно находился в более выгодной его позиции. Он лицом был к воротам, а Клинсману еще надо было освободиться окончательно от опеки соперника. Удар очень четкий, вы знаете, может быть, не очень сильный, но точный в самый нижний угол. 1-0. Пас направо. Вот хорошая передача. Удар поворотом. Это Ганако, вышедший на замену, проводит второй мяч в ворота Галатасарая. Ну, теперь практически все ясно. Очень грамотно мне показалось, что французы провели этот матч, хотя пришлось приложить усилия для того, чтобы не пропустить мяч в свои ворота. Порой всей команды защищались французы, но все-таки выстояли. И, похоже, 2 очка они получили. Вот повтор момента. Конечно, передача была просто великолепная в штрафную площадь. Там, не останавливая мяч, в одно касание Гнака переправил мяч в ворота. 2-0. Монако одерживает победу в этом матче.